Итак, всем привет. Блин, чё опять за смышкой такая хрень, а? А, в жопу. Так, мы продолжаем проходить Call of Cthulhu. Правда, смышка опять какая-то херня. За нами опять сидят. Чё с мышкой за магия такая? Вечно чувствительность как-то скачет, ну ладно, пофигу. Значит, может, Чарли. Я видел, как его Эллиот утащил. Он весь в крови был. Ну да. Но только Бирч сказал, что ее будто выпотрошили. Не думаю, что там такой сильный, чтобы так человека убить. У меня на болтовню времени нет, Чарли. Я получил приказ ордена. Чудак сегодня ночью никуда не должен ехать. Тот странный парень, которого ты пару часов назад сюда привез? Ага. Помнится, он у меня тут номер спрашивал. Ну ладно. И неожиданно мы входим. Отстань, незнакомец. Отстань, незнакомец. Поговорить. Отстань, незнакомец. Слушай, ты... Лучше оставить его в покое. Разговаривать он не в настроении. Отстань, незнакомец. Так, я не отстану, я подожду, пока он на улице выйдет. Я хочу поговорить. Че? Не понял. Не открывай. Слыхал про Томаса Уэйта? Ну да. Уэйта за это точно вздернут. Да. Теперь все по нему слыхали, все абсолютно, блин. Вы скоро уезжаете? Сегодня ночью этот автобус никуда не поедет. Двигатель перегрелся. Придется ждать утра. Черт. Из Инсмаута есть еще автобус? Нет, но у меня за спиной отель. У Гилмана найдется койка на ночь. Кидалово, однозначно. Кидалово полный, причем. В прямом смысле, нас кинуть хотят. Добрый вечер. Ага. Меня зовут Джек Уолтерс. Я просто так приехал. И не говорите, сэр. Гилман. Чарли Гилман. Так мы с ним я владелец этого отеля. Похоже, автобус уедет только утром. Неужели? Какая жалость. У вас есть койка на ночь? У нас много свободных номеров на верхнем этаже. Оттуда прекрасный вид на город. Отлично. Просто замечательно. Нормально так. Эй, сэр, с вами все в порядке? Вы сейчас как-то странно выглядели с минуту. Побледнели совсем, а глаза стали черные, как угли. Будто вы привидение увидали. Однозначно привидение. Все нормально, спасибо. Это все местный морской воздух виноват. Мне от него нехорошо. Инсмаутский бриз не для чужаков. Чарли, пойдем со мной. Мне нужно тебе кое-что сказать. В тишине. Простите, сэр. В Инсмауте обычно без дела не сидят. Я скоро к вам вернусь. Да уж, без дела не сидят. И у всех, походу, жабы уже есть. Даже этого водительца отеля сейчас было видно на шее. Кто не видел, перемотайте, присмотритесь. Там было видно жабы, блин. Так, берем ключ, пока никого нет. Это ключ от заднего кабинета. Им быстрее, 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 быстрее. Быстренько. Открыто. Да уж, открыто, блин. Ничего интересного. На ковре засохшие пятна крови и остатки чьих-то внутренностей. По всему кабинету раскиданы отрубленные части тела. Нормально так. Интересно, так, какие тайны скрывает эта книга? Тихо, потом книжку почитаем. Идите за мной, сэр. Я покажу вам ваш номер. Ага.
Я слышал, сегодня ночью в доме старого Уэйта было убийство. Все считают, что старый дурень убил собственную дочку. Говорят, он был с ног до головы ее кровью заляпан. Пришлось его оттуда увезти, а он кричал и плакал. Я думаю, его за это линчуют. Так, давайте почитаем, что там написано. Так, посмертные записки. Записи. Ну да, смачно, конечно, все там написано. Я это помню. Ну, быстрее. Шевели жопы, давай, ё-моё, я тут не хочу на всю ночь остаться. Хотя мне и так тут на всю ночь, похоже, придется остаться. А, ну да, мне ж тут ночевать. Не повезло. Сэр, вы все еще бледный. Вам нужно отдохнуть. Спокойной вам ночи. И не шумите в номере. В Инсмауте народ тихий. Первый раз, конечно, в этом моменте шугануться, пипец, что. Что обоссаться можно. Так, нахер задвижку. Так, тут на задвижке. От греха. В комнате с закрытым окном достаточно холодно. Тут можно потом шкаф будет подвинуть. Когда за нами тут будут уже гнаться. Небольшой спойлер, так сказать. Хотя, что спойлей? Так, давайте лучше. Уже. Не очень-то безопасно, но больше я тут ничего поделать не могу. Я бы на его месте спать не лег, если честно. Так, ну сейчас придется шустро бежать, сразу говорю, ребят. Я, конечно, не уверен, что у меня с первого раза получится, но постараюсь. Да, по крайней мере, постараюсь. Потому что я уже не помню, куда туда же бежать, если честно. Великий город Гнакотус. Отдыхай, Джек. Ты в безопасности. Ага, может, подумай. Что было в свете, Джек? Куда ты хочешь идти? Мы твое прошлое, Джек, и твое будущее. Я не понимаю. Поймешь со временем. Какие красавчики. Дилмен, где ты разместил чужака? Наверху, в 401 номере. Пойдем, возьмем его. Кидал его, блин, 100%. Вставай, Джек, нам бежать надо. Вставай, Джек, бежать надо, нефиг спать. Да это вообще. Ну вон, опять жабы было видно у мужика. Да, все жабы у меня уже, походу, почти все хотя бы. Ну, большая часть жителей этого города. Подъем, Джек, подъем! Во. Ну давай, возьми. За мной уже с топориком идут. Давай, мужик, давай. Закрыто. Наверное, с той стороны щекол. Давай, 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 давай. Проснулся. Я слышу, как он двигается. Ломай дверь, идиот. Бегом, бегом, Джек. И в ту сторону закрывай. Не дай ему уйти. Блин, пипец, иди, вот тупанул. Сейчас чуть-чуть поужит меня. Хотелось бы. Быстрее.
комнату. Дверь не заперта. Обомись. Не дайте ему уйти. Замок на этой двери сломан. Мне нужно забаррикадировать слишком долго. Сначала нужно как-то замедлить их поиск. Давай, Джек. Фу. Блин. Твою мать. Твою мать, два же. Блин. Ну твою же налево, почти получилось. Ну, блин, вернули, конечно, зашибись. Вот, у комнаты. Не шуметь. Вот, возьми ключи. Блин, ну мне так перемотать вообще ничего нельзя. Закрыто. Давай, это Джек, поднимай свою задницу пуховую. Он проснулся. Я слышу, как он двигается. Чёрт, ненавижу этот момент. Ломай дверь, идиот. Второй, проверьте дверь. Так, быстрее, Джек, быстрее. На этот раз должно получиться. Надеюсь. Быстрее, в следующую комнату. Дверь не заперта. Задвижка. Мы его отлично взяли. Дай ему уйти. Так, быстрее, мужик. Слишком стой долго. Сначала дверь нужно как-нибудь заменить их поиски. Оттуда некуда убежать. Твою мать. Он на противоположной стороне. Чёрт, это капец. Как нас зовут, бега нету. Бега вообще нет, ребят, серьезно. Абсолютно никакого бега. То есть бежать я вообще не могу. Так я еще так учею один. Он наверху! Чужак! Ну зачем? Так, здесь у меня прячется. Блин, мне время займет слишком много. Так, давайте дозу. Чего? Да как я погиб, ё-моё, вашу мать! Да дерьмо! Блин, и сохраниться нельзя. Бега нет, это жесть. Я вот эту игру всегда с такими моментами не любил, абсолютно ненавидел. Так, ладно, бог любит троицу. Закрыто. Наверное, с той стороны. Вставай, блин, даже это пропустить нельзя, е-мое. Я слышу, как он двигается. Ломай дверь, идиот! Да уж, ломай. Ненавижу, блин. Ладно. Комнату. Так, задвижка. Мы его взяли. Не дайте ему уйти. Шкаф быстрее. Слишком. Тут там считанные секунды решали, потому что замедлить их поиски. Оттуда некуда убежать. Блин, серьезно, прям. Он на противоположной стороне. Тут прямо секунды решают, только секунды. Блин, как вот попадают? Так, за мной вроде никто не гонится сейчас, надо полечиться. Ну, надеюсь, никто. Иначе мне хана. Давай, давай, бегом, бегом. Ну быстрее, блин! Фу. Так, а лучше. Стой! Нет, гонится. Блин! Он наверху, Жак! Стой! Нифига, я стоять не буду, я не буду стоять. Привет. Так, куда дальше? А, наверх. Ну. Не дайте ему уйти! Блин, не с той стороны. С этой, да-да-да. Да лезь, твою мать! Не поддается. Он там, взять его! Идиотизм.
Блин, даже сюда идут за мной. Чё-то вы офигели. Его. Он мой. Да нихера я не твой. Так, бегом, 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 бегом. Бегом. Чё-то я ногу поранил. Так, ну хотя бы хвоста нету. А, вон они остановились там. Тупые идиоты, блин. Так, ноги. Чё-то перелом один не починю. Облом. О, побежал, побежал. Да они, походу, сюда не полезут. Надеюсь. Чё-то у меня перелом. Это хреново, конечно. Перелом это очень хреново. Тут еще стелсом заниматься сейчас придется. Ну точно. Тихо. Да не издавай ты звуков, я же знаю, что больно. Терпи, терпи, терпи. Терпи. Знаю, что больно. Так, ждем, пока тут пойдет. Тихо, тихо, тихо. Пошли. Тихо. Так, а куда дальше? А, вон туда, блин. Убить его! Не открывай. Не поддаётся. Остановите его! Ваша мать. Уничтожьте его. Так, а куда дальше-то? Бежать. Я бежать даже не могу. Как они попадать умудряются? Рассредоточиться! Не дайте ему уйти! Я надеюсь, я туда вообще иду. Не дайте ему уйти! Уничтожьте его! А, ну да, сюда точно, тут вентиляцию. Чёртовой вентиляции, мать их! Фу. Потрепали всего. Да. Везет, блин, как утопленнику. В прямом смысле. Так, ну тут хоть сохранение есть. Они загнали его с крыши. Он должен быть где-то здесь. Рассредоточиться. Обыскать весь этаж. Ага. Он где-то прячется. Так, нам в ту дыру на пару надо. Если кто не понял. Причем сделать это все надо незаметно. Ну или хотя бы более-менее незаметно.
Торопимся. Нам торопиться некуда. Абсолютно. Торги-то дырата. А, вот-вот-вот. Тихо. Походи, Вадимый, походи. Походи, Вадимый, никто тебя не трогает. Вдруг, пока никто не видел. Отлично. Тут хотя бы на какое-то время безопасности. Ну, если только крысы не сажают. Кто знает, может, тут крысы-мутанты есть. Жди, что хуже, как говорится. Вот какой хороший. Да не, эти не сожрут. Привет. Как дела? Тебе тоже привет. Офигеть, сколько крыс, а. Они кошку не могут завести, что, чтобы она все сажала? Видно, нет. Так, ладно, нам сюда похоже. Блин, мне бабточку найти. Переломы на ногах починить. Вот это пипец. Уже надоело хромать. А, вот, отлично. Дьявол, мы его упустили. Возможно, он как-то выбрался. Откройте передние ворота. Обыщите аллеи и улицы. Именем Ордена Дакона. Найдите чужака и убейте его. Проклятие. Этот Орден и правда смерти моей хочет. Нужно быть начеку. Да ты, по-моему, сама гениальность, Тима, Джек. По-моему, я не догадался, будто они смерти наши хотят. Так, тут сохранёнка. Сначала перелом починим. Да-да. Переломы нужно починить. Так, вот и все. Отлично, хотя бы не хромаем. Так, отодвинем ящик. А то хромать вообще не в кайф. И так дышать не можешь, так еще и хромаешь. Из-за перелома, вообще жесть. Так, сейф. Ладно, валим. Главное, незаметно. Тихо. Тихо. О, он даже меня не заметил. Круто. А где все, мать их? А, вон один. Так, тихо. Упс. Он мой. Не-не-не. Что еще? Валим, Джек, валим. Это что такое? Косой, косой, косой. Стоп. Стрелять, конечно, не умеют. И все. Так, у меня пояс, но пояс это ладно. Да ты чё? Здесь это где? Я никого не вижу. Не поддается. Да ладно. Только от этих прыганий одни поездки, как-то тупо. Взрослый мужик не может нормально прыгать, что ли? Чё за херня? Заметно. Не хочу палиться. Боже, они тут повсюду. Твою мать. Нужно не высовываться. Да, прям как будто я не понял. Не высовываться, блин. Тихо. Чужак, иди сюда. Как ты меня заметил, а? Пальцы показывают, что здесь. Ну и пошел в жопу. Я все слышал. А вот залезть сюда он не догадается, я не пойму. Куда он делся? Блин, надоел. Я
Они тебя... Ты прыгнул как Супер Марио прям. Супер Ма... Чё за нахер? Вильям! Вильям! Ради бога! Твой друг мертв. Боже, нет! Дурак ты, Вилли! Я же сказал, что тут небезопасно. Слушай, парень, я знаю, ты расстроен, но мне очень нужна помощь. А, ты тот чужак, за которым они всю ночь гоняются. У тебя нет ни шанса, незнакомец. Громилы Ордена будут повсюду. Канализация — единственное место, куда они не полезут. И поверь мне, на то есть причины. С вонью я как-нибудь справлюсь. Хоть какая-то перемена после запаха тухлой рыбы. Ты меня не понял, незнакомец? Ходят слухи о настоящем зле в темноте под этими улицами. Может, отмечены и есть дьяволы. Но они хотя бы нам знакомы. Ты когда-нибудь слышал о шоготах, чужак? Скажи мне, как попасть в канализацию? А, верно. Вас предупредили. По другую сторону от этого здания идет дорога к обогатительному комбинату. Там есть открытая канализационная яма. Удачи, чужак. Да, спасибо тебе, чувак. Так. Сюда, что ли? Что-то опять канализации. Так, вентиляции у нас уже тут были. Теперь канализация. Ну, полный скомплект, так сказать, список. Да, уж полный список есть. Да. Не хватает только метро, но метро тогда еще не было. По крайней мере, тут. Тихо. Наверное, это была не самая лучшая моя идея. Поехали! Так, только сигануть бы не успеть, а то забистно. Да уж, не самая лучшая идея! Упс. Крепкий на вид железный пруд. Да, и хотите сказать, после такого ни одного царапины, ни синяка? Да я не поверю. Не дайте ему сбежать. Да хрена два. Тихо. Давай, Вадим. Отлично. Не дайте ему уйти. Ну. Я там, мать его, только поцарапал. Да, причем не сам так поцарапал, надо сказать. Черт, твою канализацию. Ненавижу. Просто ненавижу, честно. Больше всего в жизни. Ну, помимо вентиляции, конечно. Кто-то плачет? Эй! Привет. Нет, постойте. Да уж, она жива, оказывается. Я слышу, он меня... Кукла. Ну ладно. Тут сохранится, по идее, где-то можно. Я вроде позволил было. Ей умереть. Да. Что это за вещество? А лучше не знать, чувак, не спрашивай. Она здесь. Привет. Как дела, батюнь? Его тело покрыто мой отец этой осклизлой грязью. Да что с переводом нахер, а? Так, сохраниться надо. Чё, побыстрее бы отсюда выбраться, а? Так.
я его не помню. Я позволил ей умереть. Так. Там нам спустить его не надо. Ну-ка. Не. Ну-ка. Еще зачем? Теперь вода относительно чистая. Нужно ее слить. Ага. Слить. Как? Хороший вопрос. Так, это что дало? Блин! Ну-ка. Попробуем. Она покрыта слизью. Я к ней не притронусь. Да твою мать! Мужик, ты что, вообще обленился? Чё-то это какое-то время займет. Во! Так. Вроде понял. Все похоже. Так, открываем. Надеюсь, получится. Отлично. Слава тебе, Господи. Так, ну пути назад нет. Хреново. А может оно и к лучшему, если честно. Не очень хочется возвращаться в эту задницу. Хотя тут не лучше. Да. Опять. О. Да у тебя тут весело было. О боже, это старый рыбак Зеда Каллен. За что вы кеда-то? Ёп. Нахил. Нахил такое счастье, нахил. В жопу. Даже знать не хочу, что это было. Даже знать не хочу. Абсолютно не хочу. Я его не знаю, он меня не знает, и мы счастливы. Абсолютно. Пипец. Так, аптека, хорошо. Ладно. Опять? Альма, это ты? Серьезно? Иду-ка я отсюда подальше, пожалуй. К хорошему это явно не поведет. Крабики. Привет. Крабики. Кстати, они ущипнуть могут, если кто не знал. Так что от них подальше лучше держаться. Просто обходим. Вот один ущипнул, зараза. Ну, сюда они не залезут, слава богу. Что за... А! Я... Рана инфицирована. Так, давайте-ка полечимся полностью.
Видно, как заражен какой-то хренью был. Так, вроде пускает. Так, это где еще? За мной следят. Да я уже понял. Блин. Ладно. А, обходим. Меня преследуют. Да я прям не догадался, что нас преследуют. Я слышу, он меня зовет. Не поддается. Так, пройти-то. Мне нужно собраться с мыслями. Да, это хорошая идея. Мой отец знал ответ. Стой! Вех-вех. Почему я тут оказался? Да заткнешься, ты, Джека. Что я здесь делаю? Джек, заткнись уже, ради бога. Мне нужно собраться с мыслями. У тебя заело, что ли? На небо же диск. Рассредоточиться! И что это дало? Обыскать место. Не понял. Я уже передвинул ящик. Еще раз крутить ворот мне не нужно. А, я пойти могу. Понятно. Сос что-то не допёк, к сожалению. Так, а куда дальше-то? Чё-то мне тут надоело уже, честно. Чудесное исцеление. Скорее, какой-нибудь мошенник хочет срубить быстрых... Да не буду я стоять. Ни за что и никогда. Фу. Вроде свалили. Че? Закрыто. Блин. А, мы катались в доме этой девки. Как ее? Забыл. Да неважно, короче, сейчас сам поймите. Дневник? Это дневник священника. А, дневник священника, ну ладно. Почитаем. Так, ладно. Дальше-то куда? Сюда, что ли? Да я не против, в принципе. Не открывается. Лишь бы подальше от этих пайдуков. Где поспокойнее. Не открывается. Не открывается. Тут где-нибудь открывается что-нибудь, ё-моё. Не поддается. Ладно. А, ну сюда похож, да. Точно. Джек, вы живы? Слава богу. Лишь чудом. Орден на меня половину этого чертова городка спустил. Я предупреждала. Я же говорила, орден не потерпит... Короче, дорогуша, вы выяснили что-нибудь новое о Брайане? Он так и не выбрался из города. Орден запер его в старой тюрьме. Пока он не понадобится. Понадобится? Для чего? Жертва, Джек. Жертва Дагону. Они уведут его на риф дьявола, и больше его никто не увидит. Дагон? Жертвоприношение? Это бред какой-то. У вас от старых рыбацких сказок Инсмаута совсем крыша поехала. Но я не хочу, чтобы на моей совести была еще одна жизнь. Где эта тюрьма? Это место за торговым банком, сразу после старой водокачки. Нам лучше не высовываться на улице. Меченые тут повсюду. Под церковью есть потайной склеп, который ведет в безопасное место. Можно пойти туда. Его построил мой отец, когда был священником. Хорошо. Зайди за своим отцом, и мы уходим. Я не могу. То есть, он не стал поклоняться Дагону. Он назвал это богохульством. Орден нашел его и... Боже, простите, Ребекка. Ваш отец вам показывал, как пройти в этот склеп? Нет. Но он дал мне это. Думаю, это поможет. Будем надеяться, поможет, что... Привет. Дерьмо. Они нас нашли. Нам нужно уходить. Церковь там. Идите за мной. Знаем, иду, иду. Там, чужак. Беги, беги, беги. Открывай дверь. Твою мать.
что поможет нам Бог. Мы должны бежать. Да беги! За мной, Джек! Внутри мы будем в безопасности. Да, надеюсь. Его. Блин. Жесть. Ребекка, нет! Простите, но я же тихо хочу. Да. Ни за что, ни по что девку замочили. Вот ни за что. Со мной что-то происходит. Да. Мне не на что надеяться. Да заткнись ты уже, ему. Да что я тут забыл? Черт, у них заёшь. За мной следят. Не, вот эти голоса Джека, конечно, и нас достают. Тут непонятно, по какому поэтку вообще. Да что я тут забыл? Открой дверь, чужак! Какая-то бельбилда какую-то он несет. Так, вроде мне в таком порядке. Я умру. Тебе не уйти! Да, точно, там отодвинулась эта фигня. Со мной что-то происходит. Угу, вот она. Секретный поход. Мне не на что надеяться. Мы не будем потрошить ее труп. Да. Ну, скрывайся. О, теперь хоть за мной не пойдут. Здесь повсюду отметины. Наверное, именно здесь отец Ребекки разгадал этот таинственный знак. Это регистр рождений, смертей и свадеб Инсмаута. Небольшая каменная табличка, на которую нанесено несколько чисел. Открытка отлично подходит к пластинке. Я вижу здесь несколько чисел. Так, ну вроде, насколько я помню, тут 31-57, начиная по часовой стрелке. Ну, судя по стрелкам, которые тут показывают, сначала по часовой. Да. 31-57. Тихо, 31-57. Три. 1, 5, 7. И чего? Наверное, я что-то напутал. Не понял. Мне что, путь в часовой, что ли? Так дело не пойдет. Показано, что начиная с часовой стрелки. Не понял нифига, ну-ка. Так, 31. Да, вот так. Я сломал эту штуку. Идиотизм, блин. В сейфе лежит каменный крест. Никто эту подсказку делал? Написано по часовой крутить. Вообще идиот какой-то это все делал. Да, тут у нас такие головоломки, что, блин, пишет одно делать, а надо делать другое, пипец. Ну. Отлично. Опускайся. Давай, ниже. Еще. Во. Опять канализация, да что ж такое. Ёп. Спокойно. О, аптека. Так хватит меня пугать. Так, нафиг. Валим с этого места, а то мне не по себе от него. Ну твою мать.
весело тут. Так, надо валить с этой канализацией чертовой. Они никогда до хорошего не доводят. Блин, у разработчиков, наверное, какая-то любовь к подземельям с этим помещением. О, скелетик. Так, ну я думаю, тут остановимся на этот раз. Да, тут остановимся, наверное, на этот раз. Часть уже и так вышла продолжительность, сейчас продолжим. Ладно, в общем, всем удачи, всем пока.